Всем привет! Хай! Нихао! Наконец-то мы добрались до второй партии выступлений со второго тура Цинчуньюни. Была заминка. Я так и не поняла, что случилось, почему не выпустили эпизод вовремя. Ну что, не долго монтировали. Да. Вот, но мы монтируем быстрее. Скромно сказала я. Так что мы сейчас продолжим делать реакции на второй тур. И начнем мы с команды Coming Home. Зайка. Кажется, здесь он первый. Наверное. Да, здесь он первый. Кто там такой высокий, выше? Я думаю, что Жан высокий. Мани? Он как Джексон читает. А, Мани чем там? Coming home, очень классно. Coming home. Мани рядом с этим Мани Ченом. Я была, кажется. Вот такой худенький. О, это Захао, по-моему. I'm coming home. Песня классная. I'm coming home. Почему она кажется мне такой знакомой, как будто я уже раньше... Потому что... Или то, что до этого, ну, как бы, превьюшки были. Ну, лично я Coming Home помню только из-за того, что Юйвэй, когда выбирал песни, была нарезка, вырезка этой песни, короче. Ну, вставляли немножко фрагмент. Но он как-то выбрал другую песню. Маня, голос такой, так, с хрипотцой. Он такой маленький. Вау. Ух ты, классная гармонизация. Это Мани? Да, точно. Он мне, знаешь, если Бон напоминает? Кого? Ибо. Прикольно. Мани такой маленький. Классно. Если бы Юйвэй выбрал, ну, все были высокие. Вместо Мани Юйвэй, да, это... У него был баланс. Нет, Мани, кстати, этот... Единственное, кто его одевал, честно? Как будто кто-то сбежал, как будто клоун сбежал из цирка, его Мани по дороге ограбил, по дороге на это шоу, на это выступление, и оделся. Вот единственное, его не понравилась одежда, а выступление классное, песня прикольная, ну такая прям... Интересно. Качает. Вот и мальчики тоже интересные. Я только Шижаня знаю, если честно, потому что я его обожаю. Нет, других мальчиков я тоже знаю, но как-то это... Вот, но они здесь прям выделяются, каждый. Да. Next one. Посмотрим теперь вокальную команду. Да. Я видела превьюшки, где-то какие-то фанкамы или еще что-то. Там
очень все красиво, парни в белом, Жоу Шиюань, кажется. Жоу Шиюань, да. Он играет на пианино, вот, и мне кажется, это должно быть что-то очень классное. Конечно, не сравнится, наверное, рано еще говорить, но просто я все до сих пор под впечатлением от прошлогоднего выступления Ханму Бо с Виолончели, да, это было потрясающе. Ну, да, это тоже был второй тур, Айда продюсер. Yeah. Вот, так что я надеюсь, что это выступление будет такое же по ощущениям. Мне нечего сказать. Красиво. Очень красиво. О, вот этот вокалист, который... Да, 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 даже был басисты. Джоу Шиюань. Мальчик тоже из Walk 5. Вот я его помню по внешности, просто я помню. Мне, знаешь, тебе сбоку напомнил этого. Вот его почему-то было. Thank you.
мышка сбоку напоминает меня. О, до мурашек, честно. Такое проникновенное исполнение, и все равно классно, когда люди играют на инструментах. Это, мне кажется, дополнительно какую-то вот эту вот атмосферу придает выступлению. Да. Прям. Вот этот мальчик, как же они вот Soak Five, вот двое, кажется. А, да, Шао Хао Фань и Лин Джи Юй. К сожалению, я знаю, что они из Walk Five, но я плохо их, ну, как бы, запомнила. Вот, но вот голос классный. Я знаю, что в этой команде, по-моему, первый этот Яочи. Ну, Яочи, в принципе, просто популярен, поэтому я сама его очень люблю. Так непривычно видеть его, он здесь такой серьезный, обычно же такой дурашка. Много болтает, прям такие, я не знаю, о чем песня, но какие-то такие чувства, да? Вон, у Миноши даже слезы потекли. Они прям захватили наше состояние. Да. Все погрузились в это выступление. Окей. Спасибо. Давай, будем смотреть следующее.